Владислав Костюкевич пытается. Кого вы лечите своим наставником у плане тренерской працы? В сенсе не кумира, а человека, нескольких людей, которые занимались с вами после закончения карьеры футболиста. Кто занимался? Да, то есть вот как ответить человеку? Ну, кумир у меня то, в общем-то, когда я играл еще кожаный мяч, то кумиром был у меня Эдуард Васильевич Малафеев. И у меня майки были только с 10 номером. Это когда я был в детстве. Потом, когда я стал играть, то у меня кумиром был Франц Бекенбауэр. Как игрок, защитник. На тренерском поприще, когда стал, то для меня учителем большим был Константин Иванович Бесков. То есть вы лично с ним взаимодействовали? Ну, контактировал, да, и встречался с ним, да. И это еще со сборной началось, когда я в сборной играл у него, и потом уже, когда стал тренером, то все мои поездки, которые были в Москву, то они всегда заканчивались встречей с Константином Ивановичем. Сергей Владимирович, позволю себе задать вопрос теперь от себя. А к вам обращаются молодые тренеры за опытом? Да. Да, я с удовольствием с ними делюсь. И... Может быть, откроем фамилию хотя бы одного? Ученики останутся в тайне. Но большое спасибо, что вы ответили на вопрос нашего зрителя. Ученики когда-то сам играли у меня, потом стали тренерами. Тот же Кубарев, Дулуп. Они играли у меня в Молодечино, а потом стали вполне квалифицированными, хорошими тренерами. Это вот один из примеров. И сейчас игроки, которые заканчивали и переходили на тренерскую стезю, тоже обращаются за советом. Пожалуйста. Никогда не отказывайтесь? Нет. Спасибо большое. Спасибо.